Приближается еще один праздник – День молодежи. Северодвинск его отметит трезво. Розничная продажа алкогольной продукции будет запрещена в сам праздник 27 июня, а также в местах проведения массовых мероприятий 29 июня. 27 июня продавать алкоголь населению в нашем городе будут лишь в течение 3 часов – с 10 утра до часу дня. А 29 июня запрет будет действовать в местах проведения массовых мероприятий за 2 часа до начала праздника, во время его проведения и в течение часа после окончания. Праздновать День молодежи на площади Победы будут с 15.00 до 19 часов, в парке культуры и отдыха с 14 до 18, у центрального универмага с 16 до 20.00.